Зоя – это имя греческого происхождения и в переводе на русский означает «жизнь». У этого имени хорошая карма. По своему звучанию оно четкое, стойкое, прямое. В нем не хватает мягкости, однако оно красивое и мелодичное. Энергетика имени наделяет его обладательницу силой, мужеством, добротой и открытостью. Зоя – это двойственная личность, поскольку обладает достаточно противоречивыми чертами. В детстве это милый, жизнерадостный ребенок, который и мухи не обидит, всегда слушается родителей. Такой же она остается и на всю жизнь. Сохраняет наивность и простоту навсегда. Эта женщина без возраста. Зоя общительна, дружелюбна, открыта. По натуре она экстраверт. Этот человек всегда больше думает об окружающих, близких и друзьях, нежели о самой себе. Она заботлива, всегда поддержит и поможет. Друзей у нее великое множество. У Зои высокие нравственные принципы, она честная и верная. При всей ее внешней приветливости и миролюбии, внутри у Зои стальной каркас. Она не боится опасности, скорее наоборот, в сложных ситуациях становится сильной, мужественной и стойкой. Кроме того, по жизни Зоя активный человек, которому сложно усидеть на месте, она всегда старается чем-то занять себя. Обладает средними интеллектуальными способностями, но зато высокоразвитой интуицией. Трудолюбива до занудства, в работе реализует себя. Она терпелива и настойчива, не любит риска, старается все просчитать, всегда осторожна и осмотрительна. Зоя любит заниматься домом, садом, огородом, готовить, разводить цветы, работать на даче. Ей нравится быть на природе. Увлекается чтением и гуманитарными науками. Может найти себя как преподаватель, научный работник, врач, биолог, географ. Зоя обладает средним здоровьем. Необходимо беречь глаза, нервы и желудок. Зоя внешне всегда очень привлекательна и сексуальна. Она притягивает мужчин своим обаянием и хорошим чувством юмора. С ней легко и весело. Это отзывчивая, ласковая и надежная партнерша. В мужчинах ценит мужество и честность. Зоя хорошая хозяйка, верная мать и жена. Зоя не любит пустой болтовни. Общение с ней должно быть по делу. Понимая важность каждой минуты, она старается обсуждать дела и интересные для нее темы. На любые упреки она всегда найдет чем ответить. Просто так обида не простит. Зато если вы раскаетесь и сами попросите прощения, она сразу же растает.